Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенье. Ребята, мы на выставке нашего земляка Александра Федоровича Петрова, уроженца села Пятницкого, который проживает в данный момент в Харькове. Ну что, давайте посмотрим картины. Большой натюрморт, картина первая. Вторая. Натюрморт «Зеленый змей». Картинка. Поехали дальше. «Похищение». Картина. Картина «Похищение» Александра Федоровича Петрова. Идем далее. «Влюбленные». Картина «Влюбленные». Картина «Крым». Картина «Крым» Александра Федоровича Петрова. Здесь все картины Александра Федоровича Петрова. Картина «На природе». Картина «На природе». Картина «Фрукты» Александра Федоровича Петрова. Идем далее. Картина «Ясный день». Эта картина была написана в Крыму. Картина «Ясный день». Идем дальше. «Гурзуф». Картина «Гурзуф». Идем далее. Картина «Теплый день». Это, наверное, картина была написана в селе Пятницком. Картина «Теплый день». Девочки играются. Картина «Теплый день». Идем далее. «Груши». Картина. Картина «Груши». Идем далее. Картина «С покусом». Идем далее. Картина «Бессонница». Бессонница. Картина «Зеленая бутылка». Идем далее. «Теплый вечер». Картина. Картина «Теплый вечер».
Картина «Туман». Это все картины Александра Федоровича Петрова. Идем далее. «Последний снег» Александра Федоровича Петрова. «Последний снег». Идем далее. «Весна» картина. «Большая вода». Это когда был паводок. Александр Федорович написал эту картину. Картина «Дом в лесу». Это он рисовал свой дом. Написал свой дом в селе Пятницком. Идем далее. Картина «Летний вечер». «Летний вечер». Картина «Летний вечер». Картина «Благовещение». Картина «Благовещение». Картина «Свято Покровский монастырь». Красиво, да, ребят? Далее идем. «Знакомые вещи» картина. Или «Знайомі речі» натюрморт. Александр Федорович Петров писал эту картину. «Благая весть» картина. «Благая весть». Идем далее. «Свято-Покровский монастырь». «Свято-Покровский монастырь». Идем далее. «Натюрморт с розой». Картина. Вот и розочка, вижу. Натюрморт с розой. Картина «Святая обитель». Картина «Святая обитель». «Небеса» картина. Картина «Небеса». «Сказка моря» идет картина. Картина «Сказка моря» Александра Федоровича Петрова. «Сказка моря остров». Картина «Сказка моря остров». Идем дальше. «Старые деревья» картина. Это писал эту картину в селе Пятницком. Картина «Скоро весна».
Портрет цветка. Картина. Красиво, да? Красивый цветок. Идем далее. Картина «Вечер». Картина «Пионы». Картина «Пионы». Далее. «Цветы и фрукты». Картина. Картина «Муза». Идем далее. «Осень на Салтовке». Картина «Осень на Салтовке». Далее. «Дождливо». Картина. Картина «Она». Красиво, да? Идем далее. «Ночная бабочка». Картина. Так, отойду. Картина «Ночная бабочка». Идем далее. «Родные места. Осень». Эта картина была написана в селе Пятницком Печенежского района. Эта картина была написана на родине, где родился Александр Федорович Петров, село Пятницкое. «Поцелуй». Картина. Картина «Поцелуй». Картина «Сирень». На украинский мою буде бузок. Картина «Сирень». Красиво. Это «Сеновал». Картина следующая. Отдых на сеновале, можно сказать. Сеновал. Идем далее. Картина «Цикорий». Дерево, дуб. Следующая картина. Идем далее. «Ночь на Ивана Купала». Картина. Картина «Ночь на Ивана Купала». Картина «Синяя ваза». Идем в гору. Картина «Яблоки». Картина «Юность». Неведомый свет. Неведомый свет. Картина «Ожидание». Это графика. «Очищение душ». Идем далее. «После дождя». Картинка. А эта картина была написана в селе Пятницком. Двор. Это там, где жил Александр Федорович Петров. Головы, графика, крылья, тоже графика. Идем далее. «Две фигуры».
две фигуры. С покусом. Так. Котенок. На руках маленький котеночек сидит. Данная картина. Картина «Космос». Картина «Весна». Идем далее. Немножко осталось. Картина «Осень». Как же лучше будет так? «Осень». «Лето в Пятницком». «Очищение душ». «Развалюха» картина. «Подых метелика». Поехали дальше. Ирисы, цветы. Смотри. Красиво, да? Маргарита. Маргарита. Композиция. Это еще один вариант композиция. Зимнее утро. Осень, старая груша. Поделки. Так, заколдованный остров. Тоже заколдованный остров. А то спокуса. Идем далее. Осень. Осень, старая груша. Зарисовки. Подых метелика, вздох. Подых метелика. Не эта композиция. Красиво. Идем дальше. Композиция. Еще одна. Как я лучше. Вот так. Ну, так. Композиция. Идем далее. Сам Петров Александр Федорович. Ну, сам Петров Александр Федорович. Здесь есть биография. Родился в 1954 году в селе Пятницкой Харьковской области. Пойдем дальше. Я напишу. Ну, а здесь все. Семирадский. Ну, ребята, на этом я буду, наверное, заканчивать. Что, всем-всем. Пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Такой большой выставочный зал. Большой, да? Ну все, пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребят.